компактный вертикальный фрезер. Сегодня на распаковке вертикальный фрезер Makita RP0920. Поставляется он в картонной коробке вместе с двумя цангами на 6,8 мм, набором ключей, параллельной направляющей и документацией. Перед нами инструмент весом чуть меньше 3 кг. Его будет легко контролировать во время работы. Корпус выполнен из плотного пластика, по бокам находятся две прорезиненные ручки. К верхней части подведен длинный сетевой шнур в мягкой оболочке. Данная модель получила литое алюминиевое основание, установленное на двух направляющих, и мощный 900-ваттный двигатель. Ею можно производить выбор пазов и делать отверстия глубиной до 35 мм. На правом боку фрезера есть ограничитель глубины с винтовым креплением и мерной шкалой. Еще один способ ограничить глубину фрезерования – воспользоваться регулировочными винтами в основании прибора. С их помощью можно настроить три разные глубины одновременно, что очень удобно, например, при выполнении тройного прохода. Электронной регулировки оборотов здесь нет. Скорость работы одна – 27 тысяч оборотов на холостом ходу. Курковой выключатель, запускающий работу, находится на левой ручке. А возле правой ручки есть поворотный фиксатор для закрепления прибора на нужной высоте. Для замены фрез понадобятся комплектные ключи. Место контакта фрезы с обрабатываемым материалом закрыто прозрачным щитком. Он немного предохраняет пользователя от летящих опилок. А вот патрубка для пылесоса в комплекте нет. Подсветки рабочей зоны тоже не предусмотрено. Некоторые пользователи отмечают это как недостаток. Подведем итог. Из преимуществ фрезера Makita RP0920 хочется отметить небольшой вес, качественную сборку и продуманную конструкцию. Хотя, по мнению пользователей, этой модели не хватает регулировки количества оборотов и подсветки. We'll be right back.